женщин медиков, в том числе и в тяжелые годы войны в стране, было благодаря им, не было инфекционных разных заболеваний в нашей стране. Вот посмотрите, она в середине находится. Ну вот старшее поколение хорошо ее знает. Затем, когда уже война кончилась, она участвовала в Японской войне, Дальний Восток. Получила награды, орден Отечественной войны второй степени, медали за победу над Германией, над Японией. Вот наша любимая Нина Фоминична Матвеева, которая больше 6 лет последних не выходила из дому. Мы о ней много рассказываем. Но я сегодня не могу опять, я дала слово, когда провожала ее, как говорится, в последний путь, я дала слово, что где бы я, с кем бы я ни встречалась с молодежью, я буду показывать и рассказывать ее. Вот. Мы ее никогда не видели, когда я первый раз с ней познакомилась и пыталась, вот видите, какая улыбающая, 42 года учительницы проработала, а вот она, видите, какая... Молодая уже после войны пришла. Она говорит, ты ведь знаешь, Светлана, а я в твоей деревне преподавала в школе. Ей 18 лет не было. Она говорит, с учениками-то, я говорю, как ты с учениками-то работала, девчонки? Да, сложности были. Потом Солнцепель, она перешла в Александрогорскую школу, в Большелудскую школу. Там уже преподавала на немецкий язык, физику, математику. Вот за 90 лет, 94 года человеку, она... прекрасной памятью была, с ней интересно было разговаривать, у нее круг обширный интересов был. Мы с ней вместе болели на фигурном катании за Костомарова, переживали, когда ему оценки занижали. Мы болели за хоккеистов и футболистов с ней. И когда мне не удавалось посмотреть какую-то передачу, то я звонила ей и говорю, ну как там, скажи, какие дела там, как, что там происходило. То есть человек был с прекрасной памятью. Уже когда мы ее похоронили и пришли к ней домой, стали разговаривать, то оказывается, она до своего возраста помогала решать какие-то математические упражнения, задачи. То есть человек очень активный образ жизни вел. И для меня, конечно, вот хотя я тоже уже сама старая, но она для меня была примером, как надо жить, как не сдаваться. Несмотря на то, что вот из дома не выходит и живет одна. У нее никогда не было своей семьи, не было детей. Но у нее дети были, это школьники. А вот сколько Мария лет, как вы думаете, ей? Ну, не будем говорить, за 90, во всяком случае. Девочка. Да, девочка молодая, красивая, обаятельная. Только перебазируется батарея на новое место, как начинается воздушная тревога. И снова меняется место расположения батареи. Вновь нужно рыть окопы, оборудовать боевую позицию, восстанавливать дальномер и прибор управления зенитным огнем. Вот так она всю войну пришла со своими приборами. Она тоже награждена, вы видите, у нее на груди и орден Отечественной войны. И много, вот видите, целый иконостас, как говорится, на груди. Вот такие наши ветераны. И вы... Вот видите, благодарность тоже, Марья Ивановна, за большую общественную военно-патриотическую работу. Понятно? Вот такой интересный человек живет среди нас и служит нам примером жизни. Но наши кингисеппские женщины были и пулеметчицами. Но вот, к сожалению, одна у нас пулеметчица. Это Дроздецкая Мария Ивановна. Родилась в 22-м году в Тверской области. После окончания школы пошла работать в карьер, где добывался гравий и камень. Сначала таскала вагонетки,
Затем ее сделали учетчицей. А в 18 лет стала руководителем этого карьера. В 43-м году получила повестку на фронт. Ее направили в Малоярославец, в учебную часть, где обучали девушек тактике бойца, стрельбе из винтовки, пулемета и штыковому бою. Помнят до таких подробностей, до тропинок. Все буквально помнят. Могут забыть сегодняшнюю жизнь, не вспомнить, даже как зовут. Но то, что было на войне, все очень отчетливо помнят. Красивые, все из простых семей, все с очень трудной жизненной судьбой, очень трудной. Про эту женщину столько можно было рассказывать, что семью раскулачили, отца репрессировали, потом выпустили, потом снова взяли, потом расстреляли. И вот мать с детишками мыкалась как только могла. Вот она из этой семьи. Тоже всего хлебнула в жизни, что могла. Награждена также медалями. Вот Иванова Мария Александровна. Очень скромная женщина. В сельской местности, в Новгородской области родилась. Вот смотрите, с 10 лет пошла работать наравне со взрослыми. Когда началась война, ей не было 15 лет. Она рыла окопы, противотанковые заграждения, пока немцы не оказались в 5 километрах от их деревни. И началось скитание семьи по всем деревням, где можно было, жилья не было, в землянках жили. Что только эта женщина тоже в жизни не пережила. Партизанка, которые вместе с Григорьевым были в одном отряде. Это Серова Лидия Петровна. Она на наши мероприятия приходит. Вы ее видели, тоже красивая, скромная женщина. Вот она была партизанкой в отряде Савельева. И вот в последний раз участвовала в нашем мероприятии в Каракольской школе. Не буду много говорить. Тоже Дмитрий Юрьевич очень хорошую статью про нее написал, кто внимательно смотрит. Ее портрет обаятельный в газете был. Так что, кто захочет с ней поближе познакомиться, может почитать газету «Восточный берег». Мокрая, замерзшая и злая. А в землянке нету никого, и, конечно, печка затухает. Так устала, руки не поднять, не до дров, согреюсь под шинелью, прилегла. Но слышу, что опять по окопам нашим бьют шрапнелью, из землянки выбегает ночь. На них легла тяжесть обеспечения фронта достаточным количеством вооружения, боеприпасов, продовольствия, обмундирования. Труд женщин на фабриках, заводах, колхозах, совхозах. А девиз, вы помните, старшее поколение какой был? Все для фронта, все для победы. А вот эти две женщины, ну вместе с Елизаветой Степановной, она тоже там работала, я знакома была в начале своей работы, после училища. Ну вот это вот Антонина Васильевна Егорова, старшая медсестра поликлиники. Она и моим начальником была. Чудесной, ну, материнская забота к молодому поколению, что могу сказать. Ну, это Елизавета Епифановна, а это Любочка. Может, все, кто-то, у кого-то горло болело или какие-то проблемы, она все время во взрослой поликлинике работала медсестрой с лор-врачом. Выходите, пожалуйста, ребята выступающие. Все секреты раскрывать не буду, у нас еще одни гости прибыли на подходе, прячутся за дверью. Женщин с наступающим праздником 8 марта пожелать вам огромного, крепкого здоровья, побольше доброты, чтобы было вам, отзывчивости по отношению к вам и долгих-долгих лет жизни. Если вас не станет, на кого будут равняться сегодня дети? Очень сложно сказать. Поэтому живите долго. Мы очень рады, что вы приходите и в школу, и приходите сюда, и делитесь с нами тем, что у вас наболело на душе. Где это было, когда это было? В детстве, а может, во сне? Аист на крыше гнездо для любимой свил по весне. Чудится мне, о, в странстве дальних, символ верной любви. Люди, прошу, не спугните случайно аистовых.
вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желая добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверит сын и мать в то, что нет мне. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. У нас сегодня Полина в цвет в гостях и Бондарчук Оксана Николаевна. Как? Полк Дуни Бершанской.
Да, это ночные ведьмы. Но они, конечно, были не ведьмы, вот, а поэтому там они, правда, все старше меня были. Я тогда был еще совсем там молодой, да. Вот. Но формировала этот полк Марина Роскова. Пусть они останутся в музее. Кто-то захочет посмотреть. Вот. И самому, конечно, приходилось встречаться, потому что все время, когда бывает возможность поговорить так, ну, с ребятами, нагнетать вот эту обстановку. Тяжело было, конечно, тяжело. Но, извините, и любили, и пели, и танцевали. Почему? Потому что иначе нельзя. Нет куража, нет победы. И тот, кто воевал, это прекрасно знает. Как только нос опустил, все, считай покойником. Прошу прощения. Спасибо.